Аким области Нурлан Агаев встретился с секс-работниками компании «Бералиев» Жанаузене. Во встрече участие приняли представители руководящего состава акционерного общества «Казмунайгаз» и «Узенмунайгаз». Глава региона призвал оставшихся без работы решать возникающие вопросы за столом переговоров, отметив, что местные исполнительные органы и компания «Казмунайгаз» нацелены на конструктивное решение ситуации. В ходе встречи собравшимся была предложена возможность трудоустройства в ТО «Мульдермунайсервис» на долгосрочный период с сохранением заработных плат и условий труда. Как отметили представители акционерного общества «Казмунайгаз», в случае отказа во избежание срыва производственных планов акционерного общества «Узенмунайгаз», компания-победитель конкурсных процедур будет вынуждена взять на предлагаемые экс-сотрудниками «Бирали» рабочие места людей, стоящих в очереди на трудоустройство. Учитывая ваш опыт работы, вам предлагают трудоустройство в рамках действующих правил АО «Казмунайгаз». Однако удовлетворить требования о прямом трудоустройстве в АО «Узенмунайгаз» невозможно. Это будет несправедливо по отношению к другим жителям города Жанаузен, ждущим в своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма. Я предлагаю прислушаться к голосу разума и принять предложение о трудоустройстве.